Накануне на задворках академического района на юго-западе Екатеринбурга под окнами 19-этажки на Чкалова 239 скороспело вызрел и даже успел лопнуть очередной стояночный нарыв. А, пожалуйста, перегородили всю дорогу. Что хотим, то творим. А то, что тут куча народу ездит, всем по барабану. Как утверждают жители окрестных новопостроенных домов, многоэтажек выше некуда, с утра пораньше неизвестные оккупанты обустроили платную парковку прямо на дороге, перекрыв забором проезд по Чкалова между улицами Краснолесья и Иванцовского. Теперь к жилым домам и детскому садику в районе бульвара Академика Семихатова напрямую не проехать, только в объезд. С возмущением констатировал, ткнув пальцем в окошко, местный житель Алёша. Здесь поставили сплошной забор, и получается, что проезда на улицу Иванцовского у нас теперь нет. Вот. То есть просьба разобраться с этим вопросом. Как так можно? И так академический тут стоит в пробках, и нету проезда никакого. По словам Алексея, у них здесь произошел натуральный захват земли. Мужики, сидящие в будке, не говорят, откуда они и чьих будут. И бумаг, разрешительных местным жителям, никто из них не показывает. Вышел этот молодой человек, выходил сейчас к белой машине. Девушка хотела напрямки проехать, что-то ей сказал, та в обход поехала. Они русские охранники, их не в будочке у них сидит там. А столбики это они свежие, по ходу дела, вкопали около здесь вот на въезде. К вечеру страсти людские раскалились до бела и выплеснулись под забор. Местный люд требовал убрать поперечное заграждение к ядрине фени. Вот моя бы воля, я бы вообще зацепила эту рабицу с этими столбиками металлическими, просто бы их выдрала с дороги. После звонка в полицию на место выезжал наряд силовиков. По информации городского портала, участковый уполномоченный составил протокол по факту самовольного захвата земли. В администрации Ленинского района уточнили, что сейчас они выясняют, чья же это земля, на которой появился забор, перегородивший проезд. По сведениям нашего источника, земля эта вроде бы институтская. Хотя, согласитесь, это вовсе не повод городить заборы, где придется. Тем более, что речь идет о таком густонаселенном районе города. По академическому и без того ни пройти, ни проехать. Подземные паркинги в нем словно щепотка соли, брошенная в глубокий омут. Ссылаясь на личный опыт наших экспертов, остается констатировать тот факт, что всех автомобилистов под землю не загонишь. Тем более, что там, в подземелье, аренда машиномест ого-го. А на земле практически из-за каждого клочка земли идет нешуточная битва. И принцип на этом необъявленном поле брани до банальности примитивен. Кто первым свою будку поставит и дорогу перегородит, тот и халиф на час.